Наталія Королевська – український політичний і державний діяч, кандидат економічних наук. Має дві вищі освіти, колишній міністр соціальної політики, народний депутат України 5-го і 6-го скликань. Вітаю вас, шановні радіослухачі та телеглядачі на хвилі радіо ЕРА-ФМ. У студії Сергій Сулим. Розпочинаємо програму від першої особи. Наша гостя Наталя Королевська. Вітаю вас, пані Наталя. Вітаю вас, пане Сергію. Отже, сьогодні говоритимемо про проблему зубожіння українців. Ситуація в країні непроста. Чи не щодня повідомляють про економічні труднощі, особливо на Донбасі. Там руйнується і промисловий потенціал, і інфраструктура. Країна потребує реальних кроків по наведенню порядку. Але з іншого боку, от сьогодні буквально ми отримали інформацію, що реальні наявні доходи населення з урахуванням цінового чинника у другому кварталі 2014 року збільшилися у нас на 1,9%. Це повідомлення Держкомстату. От я не знаю, як це все співвідноситься з падінням курсу гривні і з колапсом на Донбасі. Ну, чесно кажучи, мало віри, що цього року чи в другому кварталі реальні доходи українців зросли. Ну, то ви, пані Наталя, були міністром соціальної політики, і, як я розумію, знаєте, як взагалі обраховуються реальні доходи. Ви погоджуєтеся із такою оцінкою динаміки матеріального стану українців за останній рік? Спасибо большое за вопрос. Конечно, это откровенный цинизм, когда в такой тяжелейшей ситуации, в которой сегодня находятся люди в нашей стране, показывать цифры по улучшению уровня жизни. Вот ко мне обращаются ежедневно. Когда 100 человек, когда 300, бывает и по 1000 человек в день, то обращаются. В основном это пенсионеры, ветераны, молодые мамочки, беременные женщины, учителя, врачи. В большинстве случаев это переселенцы. И все люди задают один вопрос – как жить дальше? Что произошло? Да, в стране кризис. Сложнейший экономический кризис. И уникальность этого кризиса заключается в том, что если в 2008 году это был мировой экономический кризис, и у нас были его последствия, то сегодня это созданный в Украине кризис. Это отсутствие программы реформирования. Это отсутствие адекватной реакции, своевременной реакции со стороны правительства, со стороны парламента на те вызовы, которые есть. И это, безусловно, какое-то, знаете, безразличие к самым незащищенным людям, которые в первую очередь нуждаются сегодня в помощи и в поддержке. Ну вот, если проанализировать хотя бы несколько решений за последние месяцы новой власти. Я вам скажу честно, я 200 дней назад сказала, я не буду критиковать эту власть. Мы должны дать возможность людям показать, на что вы способны, реализовать, хотя бы намекнуть на реализацию, я бы уже так сказала, своих обещаний, начать проводить реформы, и дальше будет видно. То есть я всегда считаю это по-честному. То есть нужно дать человеку возможность показать, на что ты способен. И вот 200 дней... Мы молчали. Это не значит, что мы ничего не делали. В это время мы анализировали, готовили проекты документов, проекты решений, видение, как предотвратить ту ситуацию, которая складывается. Вот прошли 200 дней. Что мы видим? За 200 дней был принят первый, и как тогда этот закон был назван, антикризисный закон, разработанный правительством и поддержанный парламентом. Суть антикризисных мер заключалась в следующем. Это женщинам, которые рожают второго и третьего ребенка, сократить выплату при рождении в 2 и в 3 раза. Женщинам, которые родили ребенка, раньше до 3 лет на этого ребенка выплачивали небольшую, но все-таки сумму. Всем по 130 гривен, если женщина приходила с заявлением, ей делали дополнительную выплату в зависимости от материального положения в семье. В этом антикризисном законе в марте месяце решили отменить. Ну, что значит забрать 130 гривен у ребенка? Ну, это забрать последнюю бутылочку молочка, которую 100% ему бы мама купила за эти деньги.
уникальная ситуация. Что дальше? У нас за весь этот год ни на копейку не индексирована ни пенсия, ни заработная плата. Ни на копейку. То есть если в декабре прошлого года минимальная зарплата была 1218 гривен, и это составляло $152, то сегодня, уже в конце сентября, зарплата тоже 1218 гривен, и это уже составляет $93. То есть в два раза люди обеднели, по большому счету. На вашу думку, в Україні за 2014 рік ми маємо не зростання, а падіння реальних доходів. А от до якої міри, от в відсотках, чи як можна це оцінити? Вот мы на сегодняшний день посчитали, что нужно, чтобы хотя бы людям выровнять уровень доходов по сравнению с декабрем 2013 года. Последний раз пенсия у нас в стране индексировалась, когда я была министром социальной политики, в декабре 2013 года. После этого ни копейки. Сегодня мы считаем срочной мерой, которую нужно, чтобы приняло правительство и парламент, это провести индексацию пенсий и заработных плат на 40%. Это хотя бы позволило людям доходную часть компенсировать, не говоря уже о расходной. Что мы видим в расходной части? Наталья Юрьевна, вот... Ну, я думаю, всі слухачі вас підтримують, щоб індексували. Але де брати гроші? Очень правильно. Ми чуємо від урядовців про те, що не вистачає грошей на елементарне. Безусловно. От, чому я говорю, 200 днів ми їх не критикували. Да? За 200 днів ми не увидели реальної програми економічних реформ. Ну, от, взагалі, просто даже намека ні на яку програму не увидели. Но при этом мы видим с вами, вот они, все макропоказатели, вот ни один макропоказатель, это как раз последний отчетный период был на 24 сентября, не является положительным. ВВП падает, грузооборот падает, пассажирооборот падает, строительные работы падают, капитальные инвестиции падают, иностранные инвестиции, ну вот все просто. То есть это что? Ведь это первый главный маркер для любого правительства, для любого парламента, что необходимо принимать срочно реанимационные меры в экономике. А мы что видим, принимают? Вводят налог на войну. Ну хорошо, давайте самых бедных людей еще дополнительно обложим еще одним налогом. Но сколько же мы слышали о том, что введут налог на богатство, о том, что введут налог на офшоры, о том, что займутся детинизацией экономики, о том, сколько денег у нас в коррупции, сколько воруется, и как эти деньги... А где эти деньги, я не могу понять. Вот, 200 дней, новая власть. Где деньги, которые легализовали? Где экономика, которую детинизировали? Где те коррупционные схемы, которые разрушены и вернулись доходы в бюджет? Ну, вы знаете, зараз... Уряд і президента критикують за відсутність реформ не лише представники колишньої влади, а й ті, хто стояли поряд із тим же Порошенком на Майдані, і теж критикують. Ну, питання, чому вони не реалізовують реформ, але от Петро Олексійович заявив про 60 напрямків, і в принципі зараз про це говорять, але гроші треба брати десь зараз. Десь вчора, я би так сказала, щоб сьогодні ви питаєте мене, де взяти гроші на індексацію пенсій та заробітних плат. Таких треба було вчора зібрати ці гроші, щоб сьогодні вже закладати ті показники бюджету на наступний рік, які б дійсно допомогли б людям в цю дуже важливу хвилину пережити. Це вже не зроблено. Так що, ми котимося до повної економічної катастрофи? Вот почему? Что нас она чекает скоро? Вы правильно ставите вопрос. Вот мы сейчас объединились в оппозиционный блок. Лидеры разных политических сил, люди с разными амбициями, с разными планами на жизнь. Мы нашли в себе силы, желание, возможность отбросить все свои личные амбиции и объединиться. Объединиться, потому что верим сегодня в Украину и верим в то, что потенциал колоссальный, который есть в нашей стране, он еще сохранен. Но мы не можем сегодня безразлично
смотреть на то, что не только ничего не делается, так к тому же еще и создаются, вот, знаете, в ручном режиме кризисные ситуации, которые, ну, на ком это отражается? Вот я недавно слышала заявление премьер-министра. Тепла не будет, но мы не замерзнем. Да? Я не сомневаюсь, что члены правительства не замерзнут. Вот ни на секунду в этом даже не сомневаюсь. Но вернувшись из Славянска вчера, вот я почти уверена, что если сегодня в экстренном режиме не решить вопросы поставки угля, поставки мазута, альтернативные источники энергии, то там люди реально замерзнут. И это люди не только в Славянске. Таких людей достаточно и во Львове, и в Хмельницком, и в Києві, і в Вінниці, і в кожному регіоні нашої країни. От у нас багато критикують уряд за те, що армії не допомагає, що реально волонтери допомагають армії лише. Ну там ледь не наполовину, якщо не більше. А що, і мешканцям Слов'янська не відчувають люди, не відчувають мешканці Слов'янська серйозної підтримки з боку держави, і там теж волонтери їх заміняють. Знаете, вот мне хочется низко поклониться вот всем волонтерам в нашей стране. Потому что вот страна живет последние 200 дней только благодаря самоотверженным, инициативным людям, которые не ждут чьих-то решений и не рассчитывают сегодня на государство, которые делают, что могут, помогают, чем могут. И за счет этого сегодня у нас живет армия. За счет волонтеров у нас сегодня живут переселенцы, а это сотни тысяч людей по всей стране. За счет волонтеров сегодня восстанавливаются разрушенные города. Вот, в Славянске открываем роддом буквально уже к концу этой недели, наконец-то. За счет чего? Да за счет того, что объединились благотворительные фонды, волонтеры, я непосредственно полностью контролировала ситуацию. И мы восстанавливаем сегодня роддом и открываем его. И там уже будут сегодня рождаться наши детки. Но ни одной копейки, ни одной копейки, я хочу подчеркнуть, городу Славянску, городу Святогорску, городу Краматорску из государственного бюджета не было выделено. Ни одной программы государственной поддержки не было обеспечено для этих городов. Это все за счет небезразличных людей, за счет волонтерских организаций, за счет благотворительной помощи. Но более страшная ситуация сегодня, в преддверии вот холода, зимы. Я тоже в субботу встречалась в Святогорске с переселенцами. Вот представим, город Святогорск, где живет постоянно 2000 людей. Сегодня в этом городе проживает дополнительно 10 тысяч переселенцев. Все эти люди живут в летних пансионатах, на летних базах отдыха. Все, остались считанные дни, когда эти базы, их невозможно уже подключить к отоплению, их нужно полностью переводить на режим консервации. Людям выехать вообще некуда. Во-первых, у людей уже нет денег на то, чтобы вообще самим куда-то добраться. А во-вторых, большинству из этих людей просто некуда ехать. Либо разрушенный дом, либо там еще идут боевые действия, либо там по своим политическим мотивам они не могут вернуться на ту территорию, которую покинули. Люди задают один простой вопрос. Как жить? Вот что мы можем сделать сегодня для этих людей? Задаю вопрос в администрации президента, в правительстве, в Верховной Раде. Что сделано? Дайте людям дорожную карту. Как выжить в этой ситуации? Тобто немає у нас программы допомоги біженцям из Донбасу, нет, так? Не то, что программа. У нас даже нет ни одного постановления, ни одного... Ничего нет. То есть вот просто сегодня этих людей взяли и вычеркнули из жизни в нашей стране. То есть их вроде бы как... не существует. А по оценкам ООН у нас 240 тысяч беженцев. Ой, по оценкам ООН 900 тысяч, а по оценкам РНБО 240 тысяч беженцев. Но это сотни тысяч людей, которые сегодня без крыши над головой, без тепла, без еды, без социального пакета. Задаешь вопрос, почему этим людям не платят в большинстве своем пенсии, социальные пособия, потому что не изменена процедура. То есть, вот, знаете, эти кризисные ситуации сегодня создаются без деятельности, без ответственности и нежелания и тут своевременной реакции. Не держава, а волонтеры турбуются про людей. Сегодня только волонтеры привозят еду, привозят теплую одежду, расселяют людей, перевозят людей, защищают, ходят, отстаивают этих людей, чтобы оформить им социальные гарантии и пособия. Вот
такие случаи, знаете, безответственности, которая порождена сегодня полной безнаказанностью, ну, они недопустимы. То есть у нас всегда в стране было нелегко жить. У нас всегда были небольшие пенсии, даже маленькие пенсии. У нас всегда были долги по зарплатам. У нас всегда были проблемы. Но никогда не было вот такой ситуации, когда эти проблемы создаются специально, когда эти проблемы никак абсолютно не прилагаются усилия для их решения, и нет никакой адекватной реакции со стороны власти. Тобто ви вважаєте, що економічна криза і ось ці усі негаразди із людьми в першу чергу спричинені не війною, а все ж таки діями уряду, от смотрите, діями влади, сьогодні... ну, неправильними, помилковими, можливо, непрофесійними. Сегодня все... Ну, тобто, от, все ж таки, яка головна причина? Сегодня всех наших? Все принято, вот такое, знаете, найди себе врага и на него все спеши. Вот сейчас по классической схеме такой политтехнологической действует действующая власть. То есть все война спишет, все война простит. Ну вот возьмем, например, проблему, да? Почему переселенцам не платят пенсию? Ведь все очень просто. Пенсионный фонд сегодня работает на износ. Реально. Потому что процедура, как была у нас до того, как были переселенцы, как и сегодня, она не изменена правительством. Для того, чтобы эту процедуру пройти, нужно минимум от 2 до 3 месяцев. Но в экстренных режимах минимум месяц на это уходит. То есть что получается? Человек 3 месяца у себя на территории был без пенсии, выехал, обратился, и потом еще 2 месяца ждет. Пенсионный фонд, он не может сам по себе упростить либо изменить процедуру. Им нужно решение правительства. Им нужно сегодня увеличить штатную численность на тех территориях, где массово проживают переселенцы. Им нужно решить там технические. Ну, вот я приехала в Славянский пенсионный фонд. Окна выбиты. Двери выбиты, здание полуразрушенное, 100 человек работает. Раньше в этом пенсионном фонде в месяц было 200 заявлений на начисление пенсии, либо на перерасчет. Сейчас этот пенсионный фонд получает в сутки 500 заявлений. Люди работают в круглосуточном режиме. Ну, как эту ситуацию можно решить? Да элементарно можно решить. Те люди, которые работали в пенсионном фонде в Луганске, которые сейчас такими же являются переселенцами, их можно обеспечить место работы в том же Славянске. Технику необходимо срочно купить и обеспечить. Процедуру начисления нужно... Это что, сложно? Или это требует каких-то неимоверных ресурсов? Да нет же. Это требует одного. Это своевременной и адекватной реакции. Проблема расселения переселенцев. Да. Проблемы от переселенцев, проблемы, которые могут возникнуть з українцями, економічні проблеми на території України, на неокупованій території, можуть бути квіточками в порівнянні з тими проблемами, які виникнуть найближчі вже місяці із тими людьми, які живуть на Донбасі, в тому ж антрациті, в Ровеньках, на територіях, які зараз російські терористи контролюють, і в тому числі в рідному вашому Красному Лучі. От оце питання... Что там будет? Вы знаете, безусловно, там очень тяжелая ситуация. И, конечно, для того, чтобы там разрешить ситуацию, нам необходимо... адекватная реализация минских договоренностей, мирного плана действий, соблюдение его со всех сторон и углубление этого плана, потому что, я так понимаю, у нас есть только рамочный такой договор, который не несет в себе всю глубину решений уже существующих проблем. Но я говорю вот о тех проблемах, вот индексация пенсии. Вы говорите, откуда взять деньги? Я отвечаю, откуда взять деньги. Как было 50% в тени экономики, так и осталось. Mm-hmm. Есть ресурс? Есть ресурс в Украине. Следующий вопрос. Откуда взять деньги сегодня на индексацию зарплат учителей и врачей? А что произошло? От учителя сегодня от зарплаты забрали все надбавки. То есть решили, что учителя у нас самые богатые люди в стране. Поэтому заберем у них доплату за классное руководство, там, за тетрадки, за дополнительные часы. Забрали все, оставили учителям голые отклады. Это хорошо, когда, допустим, там в Киеве, еще в некоторых городах за счет местных бюджетов делают дополнительные доплаты. А ведь в большинстве городов этого делать не могут. Люди сегодня вот брошены просто на произвол. Потому что счет, который они получат за оплату квартиры, будет больше, чем их месячный доход. А вот как пенсионеру объяснить,
когда платежка за квартиру, а мы с вами знаем, насколько у нас поднимается, там на 40% у нас подняли с 1 июля тепло, на 10% электроэнергия, сейчас обещают 4 раза цену на газ поднять. Как людям, когда размер пенсии будет меньше суммы оплаты за квартиру, в этой ситуации выжить? Сложно, да невыносимо. Вопрос в чем? Нужна адекватная политика субсидирования. Так в это же время, даже раньше человек мог написать заявление в комиссию по субсидиям и получить субсидии, если он не попадает под классический случай, а под классический случай у нас не попадает 90% населения, то сегодня отменили даже эти комиссии. То есть все, вот люди взяли, выбросили, сказали, нам это неинтересно, выживайте как можете. Вот ну нельзя ставить такие, знаете, вот страшные эксперименты на самых незащищенных людях. Я, став министром, сказала, что и в парламенте я голосовала против этой реформы, и став министром сказала, что мы ее реализовывать не будем. И в прошлом году мы наложили мораторий на поднятие пенсионного возраста, и я не дала, чтобы дальше женщинам поднимали пенсионный возраст, потому что я считаю, это неадекватная пенсионная реформа в Украине. Но сегодня, в новых условиях, я считаю, что жизнь в стране, она разделилась до войны и после войны. Мы должны принимать адекватные решения, честные решения. И уровень доверия сегодня низок ко всем политикам. Поэтому сейчас перед нами стоят совершенно другие вызовы. Это не давать какие-то нереализованные обещания. Это не обещать каких-то очень таких вот, знаете, воздушных замков. А это давать четкий план действий, готовые документы и четкую дорожную карту, как сегодня выйти страны из кризиса. Это то, что давайте, мы подготовили. У нас мало часу, и его выслухаємо. Ви в ефірі, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Називайтесь. Андрій Сумщина. Дуже приємно. Госпожа Королевська, я вам не вірю. В конфлікті на Сході між українською владою і проросійськими сепаратистами, яких фінансує в тому числі і ваш колишній шех Янукович, на чиєму боці? І як ви такий кульбіт здійснили відносно проукраїнської партії «Батьківщина» до проросійського режиму Януковича? Дякую за відповідь. Дякую. У нас одна хвилина. Спасибо большое. Я, наверное, на все вопросы не успею сказать. Скажу одно. Знаете, мне министром социальной политики Украины предложил 2 года назад стать на тот момент действующий и признанный во всем мире президент нашей страны. И все это время я работала, делала все в своих силах, чтобы хотя бы несколько раз в год людям хоть понемножку, но поднимались пенсии, чтобы для наших деток-инвалидов, деток-сирот, для наших самых незащищенных людей хотя бы по шагу, но улучшать социальные условия. И, знаете, я горжусь своей работой. И я уверена, что любому патриоту нашей страны, которому бы сегодня предложил действующий, признанный во всем мире президент, стать министром, войти на государственную службу, человек точно так же взял на себя ответственность и выполнял свою работу. Поэтому я считаю, мы не можем и не имеем права оставаться сегодня в стороне и смотреть на то, что происходит. Ну що, дякую вам, пані Наталя. Спасибо. Уже це була програма від першої особи. З нами була Наталя Королевська, колишній міністр соціальної політики, один із лідерів опозиційного блоку. Програмою Сергій Сулим. Дякую всім за увагу.